девочки, всем огромные приветы. Мы в Казани, здесь целый парад теплоходов, живой концерт. Теплоход «Живая родная Русь» дает живой концерт. Ну, то есть там какая-то концертная программа, как везде. Я сначала, до меня не сразу дошло, это вон человек, который поет, вот он стоит, видите, теплоход «Родная Русь», вот он самый маленький. И вот он там на корме стоит и поет. А я только что вышла, были песни под баян, я вам потом поставлю. Давайте пока послушаем, здесь так красиво. Ну, во-первых, когда мы подходили, это, конечно, смотрелось просто грандиозно. К сожалению, я как раз слушала баян, не могла никак уйти. Здесь вот напротив стоят краны строительные. Прошу прощения, краны, конечно, не строительные, это портовые краны. И вот когда оттуда заходишь к причалу, вы знаете, очень красиво смотрится, тем более солнце их освещает. Можно было сделать очень красивые кадры, но тут приходилось выбирать, либо слушать, либо делать красивые кадры. Вот он, видите, в красной футболке стоит и как хорошо поет. Кстати, здесь целый парад теплоходов, вы можете выбрать для путешествия любой. Вот Мстислав Ростропович, я прям буквально недавно читала про него, открывала круизное агентство и смотрела. Девочки, путевки на него дорогие, но здесь, кстати, нет прогулочной палубы, вот средняя палуба, она там вся поделена на балконы, но зато там панорамные окна. Ну, то есть ты лежа на кровати, можно никуда не выходить, открыть шторы и через балкон наблюдать за тем, что происходит на берегу. Там даже, посмотрите, видите, там сами перила прозрачные. Родная Русь – это маленький теплоходик. А это вот княжна Виктория и Максим Литвинов. По-моему, они очень похожи. Посмотрите. Только здесь вот есть спутниковые антенны, а там нет. Кажется, это одинаковый проект. У человека, который поет, явно лирическое настроение. Вот, поэтому мы сейчас сойдем на берег здесь, в Казани. Здесь речной вокзал находится, можно сказать, что на окраине города. Я же говорю, здесь вот портовые краны. Для того, чтобы увидеть какие-то достопримечательности, надо вызывать такси, либо у них здесь едут автобусы. И, в общем-то, можно просто выйти, там киоски стоят, и продается чак-чак. Вот я хочу купить, потому что Казань славится, конечно, своим чак-чаком. У нас здесь стоянка. У нас здесь стоянка, девочки, 2 часа, и все мое видео, видимо, попадет под авторские права. Потому что, хоть он поет и сам, но музыка у него, ну, наверняка, зарегистрирована так, чтобы попадала под авторское право. То есть сочинитель музыки получает какие-то отчисления. И просто так мы это слушать не можем. Мы зашли внутрь через вход на шлюпочную палубу, я все время путаю. Где моя каюта? Мне так хочется уйти в корму, хотя на самом деле я живу на носу. И мне всего-то нужно, вот видите, спуститься вниз, и все, я практически попадаю в свою каюту. Мы сейчас даем ключи и идем в Казань. Мы выходим через Александра Невский. Я здесь была 2 года назад. Мы прошли зону контроля. Вот еще один теплоход причаливает. Это какой уже получается? 4-6-7, да? Назад надо будет предъявить посадочный талон. Или нет, карту такую теплохода. Я туда вам не переключаюсь, потому что все засвечено. Вы все равно ничего не увидите. Девчонки, пока мы тут стоим, я сижу здесь в тенечке, монтирую видео. Там вот этот товарищ уже арию «Мистер Икс» поет. Так громко. Тут подходят, значит, ну, служители вот этого теплохода и говорят, что же говорит, громко. Может, говорит, в корму уйти. То есть все вот эти теплоходы слушают концерт. Ну и так между собой смеются. Может, он подлянку типа им решил подкинуть. Сколько можно петь? Нет, он, конечно, молодец. Ну, просто я вам рассказываю разговоры на борту, сплетни. Кстати, я не всегда путешествую на теплоходах. На самом деле мы много вяжем и продаем пуховые изделия. Телефон для заказов 8-960-87-94-67. Вы можете позвонить в WhatsApp, написать в WhatsApp, там моя дочь, и заказать себе платок, косынку, шапку, носок, варежку, все что угодно, вплоть, начиная от одежды и заканчивая одеялами.
вяжем очень хорошо, пух у нас вот такой, козий. Так что имейте в виду, девочки. Смотрим рекламу, а потом дальше. Дальше я вам буду рассказывать про свой день. Но я про другое. Вы знаете, сколько людей стоят с чемоданами для того, чтобы сесть на теплоходы? Очень много туристов. Это кажется, что сейчас никто не ездит, а на самом деле людей полно, мест ограниченное количество. Теплоходы не резиновые. Я сейчас специально заходила, пока интернет был, и смотрела. Так вот, уже открылась продажа на 25-й год, представляете? Ну, то есть самые такие лакомые местечки расхватывают еще больше, чем за год. Потому что очень много любителей круизов. Вы представляете, кто бы мог подумать? Всем привет! Девочки, хотите честно? Я вышла, походила, я ничего не купила. Я вам скажу почему. Потому что я хожу по магнитам, беру колбасу, я ее люблю. Я смотрю, что там та же самая нарезка, которую можно в магните купить. Ой, чуриза по 90 рублей, когда она со скидкой. Она там по 350 продается. В общем, расстреляйте меня, меня жаба задавила. Ничего не стала брать. Вот. И чак-чаки тоже не стала. Мне женщины все понабрали. Я так подумала. Мне вообще худеть надо. Вот. Лучше я на корабле, если уж совсем не втерпешь станет. Там продаются по секундчике. 3 штуки. Порция. Дело не в цене, хочу попробовать просто. А вот Илья Муромец, вот он какой. Причалил. И вот, может, у них сегодня какой-нибудь тут, я не знаю, день теплоходов в Казани. Или место встречи, которое изменить нельзя. Видите, сколько сразу в одном месте, в одно и то же время. Поэтому будем считать, что по Казани мы погуляли. Возвращаемся на свой борт, на борт теплохода. Пойдем смонтируем вам видео, пока есть... Девочки, пока есть интернет. В Казани он есть, а дальше будет вряд ли. И следующий город у нас на С, как-то называется. Боюсь ошибиться. Это я вам сообщу потом. Смотрите, какой певец выносливый. Я же сходила на берег, посмотрела на цены, ничего не купила. Возвращаюсь назад. А дядька все поет. Стоят машины, оказывается, мы продукты грузим на теплоход. Именно поэтому вот эта техническая стоянка. Слушайте, ребята, мне все нравится, теплоход мне нравится, просто отлично. Все просто прекрасно. Вам видно? Давайте поближе посмотрим на нашего певца. Получится смотреть, видите, его не видно. Получается, что его кораблик вот там между вот этими двумя кораблями спрятался. Тут продукты сгружаем, вот как. Другие корабли грузились в Самаре, я это видела, а Белинский в Казани. Вот она, техническая стоянка. Подписываются документы и все такое. Перегружать ребятам, конечно, много чего надо. Здесь все мешками, ящиками. Представьте, накормить столько народу. Я опять не угадала. Продукты грузит Невский. Там были девчонки с футболками. Надпись Александра Невский. А мы погрузили белье. Так что вот так. Наверное, устал он столько пить. Бесплатный концерт. Все для удовольствия. Девочки, можно сказать, что это видео вам вне очереди. Такое бесплатное дополнение к моему круизу. Я его не собиралась делать, если бы не вот такие какие-то события интересные. Но вы что думаете? Он уже спел арию Мистер Икс. Про стариков спел. Пока я вам видос монтировала, он спел. Градского спел. И до сих пор поет. Пойдемте, давайте прославим. Человек поет. Представляете, уже сколько времени нам уже отправляться скоро. Это же надо связки иметь. Пойдемте еще послушаем. И на этом будем считать, что... Поставьте мне лайк. Смотрите, как мы с мужчиной стараемся. Надо узнать фамилию.
певца. Ну реально. Это же, понимаете, это кто-то вот из массовиков, затейников, которые работают на теплоход. Надеюсь, вот сейчас вот эта песня не кончится. Пошли послушаем под конец. Вот, и ставьте мне лайки за мое такое несколько сумбурное видео. Я вообще вам не то хотела монтировать. Мы сегодня в Болгаре были. Я вам баян засняла, но это все будет потом. Спели, дяденька все поет. Слушаем. Я думаю, что это просто исполнитель романсов. Я романсы не люблю. Они на меня тоску наводят. Я люблю марши, чтобы, знаете, прям жить хотелось. Поэтому, если вы любите романсы, заходите на сайт «Теплоход Родная Русь» и посмотрите, есть ли там свободная каюта. Если есть, покупайте путевку. Этот мужчина будет вас развлекать в течение всего круиза. А вам пока, всем пока. Надеюсь, мое видео вам понравилось. Не забудьте заказывать у меня пуховые вещи. Я не шутила, абсолютно не шутила, когда говорила, что вяжем мы просто отлично, и не только мы, но и мои подруги. У нас целое производство, можно сказать, индустрия пуховая. Так что, если вам нужен платок, носок, шапка, либо что-то еще, то обращайтесь по телефону 8-960-87-094-67. Я когда вернусь с круиза, меня ждут заказы. Мне надо будет срочно спрясть нитку, и я тут вяжу два платка. Вот, девочки, так что без дела мы не сидим. Видите, я даже свободное время в Казани использую с толком. Ну, потому что привыкли работать, работать. Мне скучно. Говорят, что ты не лежишь, задрав ноги на диване? Ну, скучно мне. Мне надо что-то делать. Вот видите, я вот мужичка вам нашла. Я хочу фамилию его узнать. Пусть он на меня не обижается. Вот. Надо все-таки узнать, кто так хорошо поет. Хорошо и долго.